Всем привет, сегодня пятница, время час, я пообедал и выезжаю за сынком вот на этом чудесном автомобиле. У нас, возможно, какая-то путаница получится в сериях, что зачем по хронологии происходит, но вы не следите за тем, что когда выложено, смотрите все выпуски, и они как-то более-менее будут складываться в какую-то событийность, потому что сегодня с утра я снимал материал про миграцию животных, а выложен он может быть после. Вот, поэтому не обращайте на это внимания. Погнал. Вот молодежь вся вываливается из лицея. А я смотрю сынка. У него должна быть приметная красная сумка. Вроде пока не вижу. Либо как в прошлый раз он уже вышел и где-то стоит, ругается. Всем привет. Я устал. Ну что, я возьму? На. Только за это не поднимается. Ладно. 2 часа французского со сложнейшей грамматикой. Я в русском-то эти спряжения у глаголов не понимал. Но на французском это вообще что-то с чем. Где машина? Ура! Как я рад, как я рад. Мерси. Переезжает чуть-чуть от стара. Сели в машину, загрузились. Расскажи, что там про питание, про проживание. Питание, проживание. В общем, живем 6 комнат на этаж. Я живу в комнате, нас там четверо. В принципе, все очень комфортно. То есть 2 раковины, душ, туалет. Он на комнату, но он просто не в комнате. То есть я-то думал, что там как-то там 2 туалета на этаж. Нет, там по туалету на комнату. Но просто туалеты находятся в коридоре. Видимо, чтобы там, ну, как-то это лучше, да? Про питание. Погоди секунду, а дежурство какое-то есть? Кто убирает? Уборщики или вы сами? Нет, я думаю, уборщики, потому что все время чисто. И я так понимаю, когда мы учимся, да, там никого нет, то есть интернат закрывается. Я так понимаю, уборщики. Окей. Вот. Про питание. Про питание, да. Завтрак начинается в 6:30, заканчивается в 7:30 или в 7:45. Ну, в общем, в любое время, там, пока работает, можешь прийти. Значит, на каждый из приемов пищи есть йогурт маленький, натуральный, от Данон. И чаще всего еще есть типа творог такой мягкий, молодой сыр тут называется. Молодой сыр, он по вкусу как мягкий творог. То есть он такой чуть-чуть... Незернистый такой, да? Незернистый, то есть он мягкой такой консистенции, но не как йогурт. То есть йогурт, вот он вот прям натуральный, то есть у него такая консистенция, такого натурального йогурта, то есть он такой чуть-чуть хлопьями такой идет. На завтрак выпечка, простите за вот это просто я устал. Спрягал на французском. Да, спрягал эти глаголы на французском. Какой кошмар. Давай дальше. В общем,
выпечка. Это я про завтрак. Можно выбрать там напитки, то есть горячая вода, можно взять пакетик чая, можно кофе из этого автомата, горячий шоколад, горячее молоко просто, если там хлопья. Заедем в магаз, я суперклей хочу купить, ботинок у меня опять расклеился. Продолжать. Хлопья? Хлопья все время есть. Есть шоколадные, есть медовые. Так, багет. Багет тоже есть всегда, но это Франция, кто бы сомневался. На завтрак, обед, ужин, сколько хочешь, безгранично можешь брать багет. В общем, я обычно делаю так. Беру вот эту выпечку, которая там есть. К ней джем. Если это круассан, то я его так, как бы вот так, оп. В нем карман делаю, джемом там намазываю, получается как круассан с начинкой. Круассан. Croissant avec confiture. Oui, c'est ça. Хлопья беру с молоком. Молоко отдельно стоит. Там, где обычно воду набирают на обед и на ужин, там стоит молоко. Просто коробки стоят, пакеты вот эти картонные и ножницы. Разрезаешь, наливаешь сколько тебе надо. К этим всем... Там вот где хлопья, где кофе, сок на завтрак, но сок только на завтрак. Можно подходить сколько хочешь. То есть сколько хочешь хлопьев там с молоком, багетов, вот шоколадная паста там есть в таких маленьких тоже разовых. То есть это сколько хочешь. Завтрак получается так плотный. На обед основное блюдо. Сегодня вот, например, это было такой... гуляш из говядины, и говядины было очень много, с картошкой фри и лазанья. Ну, там, в общем, можно выбирать, я обычно, там стоит сколько-то предложений уже положено, чтобы мне там не вспоминать, как это по-французски будет. Я подхожу, мне обычно что-то из этого нравится, беру. Если не нравится, то я просто вот так прохожу за три человека обратно. Им выставляют, они что-то сами другое заказывают, и я беру. Выпечка бывает. То есть там какая схема, в принципе, на обед и на ужин одна и та же. Йогурт либо сыр, что-то сладкое, либо фрукт. Отдельно салаты. Это тоже сколько хочешь, можешь салатов набирать. Оп, закрою вот так отца. Отдельно сколько хочешь салатов набираешь. Там разные есть. Я вот помидоры люблю. Там испанские помидоры. Вот. Очень вкусные. И соус такой, как... неописуемо. В общем, 6 минут тупника получилось. Отлично. Вкусно. Я почти вкусно что-то отгадал, да? Дождь начался. Может, как-то еще удастся хотя бы как-то подснять? Ну, что? Может, как-то... Подснимешь? На да? Завтрак, на ужин надо подснимать, потому что людей мало. Во, да. На обед подснимать. Хотя бы как там это все работает, как устроено, как выглядит эта столовая, кухня там, просто да? Там еще есть люди, которые ходят и проверяют, не сидишь ли ты в телефоне. Вот мне даже надо было гуглом переводчиком воспользоваться, и мне пришлось объяснять, что я телефон достал не чтобы сидеть в нем, а чтобы воспользоваться переводчиком, потому что мне надо было спросить, типа, вопрос задать человеку на английском неудобно. Вот. Ну, посмотри, когда хотя бы заходишь туда, можно же приготовить вот так вот камеру. Оп, зашел там, туда-сюда, развернулся. Я так делаю. Когда я не понимаю, дадут снимать, не дадут. Заходишь так, уже типа себя снимаешь. Так, там как происходит? Вот заход в столовую. Попробуй просто что-нибудь. А? Я объясню не про то, что мне запрещают, а про то, что это неудобно. И вот заходишь в столовую, сразу же пикаешь картой, берешь поднос, и начинается вот это, вот этот вот набор вот так. И ты идешь, набираешь, и одной рукой... У тебя карта в руке. Ну. А телефон в другой. А поднос я чем? Жопой так держать? Вот ты до подноса-то успеваешь же снять? Так там даже в столовую не входишь.
Я тебе с лестницы сниму подход, а ты мне скажешь, что... Ну давай не будем строить преграды. Ты найди способ, как снять, а не рассказывай как. Положи телефон на поднос, включи телефон, положи телефон на поднос. Чего ты киваешь головой? Включил мотор, положил телефон на поднос, камера кверху. Пусть он уже снимает, как ты идешь с подносом, уже контент получается. Ладно, попробуем. Хорошо. У нас дохера материала в телефоне. Надо как-то эту серию коротенько сделать, чтобы хватило места на сохранение того, что отснято. Поэтому сейчас пока едем, поставим на загрузку, и оно уже закинется на YouTube. А вы ждите новую серию, она очень интересная, необычная. Можешь сказать про PayPal, про ставьте лайки, про скорую помощь. Где про скорую помощь? А что, каждый раз надо говорить? Конечно. Кто там его все время дергает? Почему он отвлекается? Да никто не дергает. Дайте ему воды. Не хочу я воды. Ну говори что-нибудь. Никто не дергает, все по углам забились, тебя боятся. Дорогие... А что ты вот сказал и начал чвякать что-то вот там? Дорогие... Нет. Смотри. Дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, страницу в Фейсбуке, репостите видео и советуйте друзьям наш канал. Всем мира, добра, вот это на это пойдет на обложку. Так. Все, да? Ну, вроде. Ну, ладно.